Православные верующие сегодня отмечают введение во храм Пресвятой Богородицы. По церковному преданию, бесплодные родители Девы Марии в молитве пообещали, что если у них родится ребенок, его отдадут на служение Богу. Так и вышло. Когда девочке исполнилось 3 года, ее привели в Иерусалимский храм. Там она жила до совершеннолетия. Земная жизнь Богородицы, ставшей матерью Христа, от младенчества до Вознесения, покрыта глубокой тайной. Тем не менее, сегодня это предание верующие воспринимают словно пример как можно более раннего знакомства детей с религией. Эта история символизирует собой желание и стремление родителей Пресвятой Богородицы Иоакима и Анны. Самое дорогое, что у них было, свою дочь единственную посвятить Богу. И это пример для каждого из нас, поскольку мы рассматриваем все, что нам посылает Бог в нашей жизни, и наших детей, и наши таланты, и наши средства, как то, чем мы можем послужить Богу и ближним. В церквях сегодня не ведут особых богослужений, все же храм заполнен до отказа, особенно много детей. А верующие шепотом, чтобы не мешать молитве, поздравляют друг друга.